свое имя. Три или четыре? Отлично. И еще громче, потому что нет, все взрослые вас еще не услышали. Молодцы. Итак, ну что, детки, Настя, Вероника, Сергей, Артем, Женя, я вас услышала. Сейчас попрошу вас внимательно смотреть на меня, мое задание. Смотрите, что бы я вам ни назвала, что бы я куда бы ни показала, что бы ни спросила, вы должны называть ваше имя. Понятно? Итак, как зовут твою маму? Люда. Ну, а называем же не только свое имя, ты помнишь, как тебя зовут? Сергей. Так, Сергей, называем только твое имя, хорошо? Итак, кто тебе купил такие красивые туфли? Сергей. Молодец, отлично. Итак, Женя. Женя, чья это рубашка? Женя. Молодец, Женя. Так, кто подарил тебе этот блокнотик? Настя. Молодец. Итак, замечательный шарик. А у кого ты сегодня на дне рождения? У Вики. У Вики, правильно, но нужно называть только свое имя, хорошо? А откуда ты взял такие красивые брючки? Кто тебе их купил? Тёма. Тёма, молодец. Итак, у нас еще очаровательная девушка с прекрасной причесочкой. Итак, скажи мне, пожалуйста, кто тебе делал такую красивую прическу? Мама. Хорошо, но нужно называть только свое имя. Помнишь, да? Итак, кто тебе готовит завтрак? Тоже мама, называй свое имя. Итак, кто тебе дал такой красивый шарик? Я. Я. Как тебя зовут? Ангелина. Ангелина. Чудесное имя, ангельское имя. Итак, боже мой, какой у вас красивый обруч. Кто же купил вам такой обруч? Вероника. Вероника, умничка, замечательно справилась. Итак, маленькая у нас красавица с таким замечательным украшением на ручке. Скажи нам, пожалуйста, как тебя зовут? Анюшенька, умничка. Итак, ваши аплодисменты нашим деткам. Мы с ними познакомились. Они замечательно справились с первым условием нашего задания. Не слышу аплодисментов. Родители взрослые. Поддержите ваших деток. Отлично, детки. А теперь мы с вами будем танцевать.